Здравствуйте, дорогие зрители! Я вас рад видеть у себя в гостях. И сегодня я хочу вам рассказать про еще один интересный смертельный файл, файл, который называется «Шумозона». Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и не забудьте оставить ваш положительный комментарий. Итак, начнем! К этому файлу прилагается следующее описание. 4 июня 2021 года в сети появился файл, который называется «Шумозона», «Шумная зона». Автор его неизвестен. Послушав этот трек, у некоторых людей это вызывало головную боль или ощущение кома в желудке. 5 июня один некий человек по имени Марк решил послушать этот трек. С ним, конечно, ничего не произошло, но через неделю он умер из-за разрыва сердца. Теперь, что касается самого расследования. Файл, к счастью, настоящий, не повлияет на дискомфорт, но изредка может после прослушивания разболеться голова. Трек и звук в этом файле очень громкий, поэтому я советую вам убавить громкость как можно тихо. Теперь еще несколько фактов об этом файле. Данный файл действительно существует, но я его пока больше нигде не видел. Этот файл мне прислал один из подписчиков, и что хочется еще о нем сказать. Файл действительно музыкальный, он имеет расширение MP3 и длится он 12 минут 28 секунд. Больше мне по этому файлу сказать нечего, но поскольку при послушивании рекомендуется убавить громкость, то никаких побочных эффектов этот файл не несет. То есть данная история считается фейком, а сам файл абсолютно безопасен для прослушивания. Прослушайте его, если вам не жаль драгоценного времени. Но перед тем, как вы будете это делать, я советую вам убавить звук, чтобы ваши уши не разболелись. В общем, если вы вдруг захотите послушать этот файл, ссылочку на него вы найдете в описании под этим видео. Но перед прослушиванием, пожалуйста, убавьте звук. Не хочу, чтобы у вас были повреждены уши. Вот такая у нас с вами короткая история вышла. Если вам она понравилась, то подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, рассказывайте о моем канале своим друзьям, оставьте ваш положительный комментарий, присылайте идеи для следующих видео, и я их обязательно возьму. Ну а на этом все. С вами был ваш любящий Артём Мудрый. Берегите себя, своих близких. Будьте внимательны при просмотре телевидения. И всем пока-пока.